Страшные минуты пришлось пережить серфингисту Майклу Феннингу у побережья ЮАР. На него напала акула. Все произошло прямо во время соревнований. Трехкратный чемпион мира уже готовился начать выступление, когда сзади его атаковала хищница. Спортсмен не растерялся и начал отбиваться, но акула сбросила его с доски. В какой-то момент Феннинг даже ушел под воду. На время подоспели спасатели, которые подняли серфингиста на борт. Состязание показывали в прямом эфире. Комментатор, увидев происходящее, даже лишился дара речи. Каковы же были всеобщие удивления и радость, когда выяснилось, что на спортсмене не царапины, что стало с акулой, неизвестно.